уже есть вот одна заготовленная такая трансферная бомба. Я надеюсь, что все сложится, потому что, честно, если вы болельщики Броуков, если вы болельщики на спорте или Тудроц, вы в любом случае охуеете, потому что этот человек, который... Я считаю, что новым трансфером Тудроц может стать возвращение легендарного Матвея Моти домой, потому что, по недавней информации, Мотя ушел из ФК Красава и ищет новый клуб. И я считаю, что это будет очень здорово, если Мотя вернется домой, туда, где он начинал. Ну, в этом комьюнити, наверное, топ-3 легко входит. Намек будет, кроме вот этого топ-3? Нет, намеков никаких не будет. Намек будет только в том, что я соглашусь, что это точно топ-3. Я видел заявку, я знаю заявку, но я по договоренности с ребятами, естественно, никогда не скажу, кто это звезда медиафутбола, но это крутой трансфер. Это, наверное, если не брать профессионалов, которые подключаются к командам по ходу регулярного чемпионата, то если брать трансферы между медийными футболистами с команды в команду или вообще людей, которые пришли в это комьюнити, это разъеб. На конференции Некит объявил о трансфере Тудроц, но не сказал имя этого человека. Я думаю, что Тудроц представит нам Мотю. Я на это надеюсь. Мотя обладает качествами профессионального футболиста, и он будет очень полезен Тудроц. У него есть и дриблинг, и удары, и скорость, и это все на пользу пойдет. И я думаю, что с Коршем они будут в хорошей связке. Намек, это медийный персонаж или больше профессионал? Это профессионал, но который сделал себе имя в медийном футболе. Это человек, который по статусу профессионал топ, по статусу медиа топ. Это уникальный случай, таких ребят очень мало. Я считаю, что очень много подписчиков обрадуются этому возвращению. Плюс это огромнейшее усиление для команды Тудроц. Я считаю, будет очень здорово, если Моти вернется домой. Что мы ни в коем случае не хотим, чтобы у парней были какие-то недопонимания с их руководством. У Тёмы только вот дебютировал против ЦСКА, потом выйти с нами, знаешь, чтобы его сразу зачехлили, это вообще не вариант. Поэтому, раз там пока не уверены, что им стоит играть, то пусть пацаны лучше стоят на бровке, болеют за нас. Согласен полностью, поэтому это ответ многим людям, то что нет, ребята, это не Турик, это не Пантера, но это если говорить про новый трансфер. Всем привет, друзья. Сегодня Никита объявил о следующем очередном трансфере Тудроц. Я считаю, что речь идет о Матвее Вахнове. Ну и, конечно же, считаю это офигенным трансфером. Матвей может усилить не только любую команду на МФЛ, но и в любой другой лиге. Вот. Любите футбол, смотрите, болейте за Тудроц. Всем пока. Мотя за Красаву уже играет, Мотя играет последние матчи. Я не знаю, знаете вы это или нет, но я спрашивал у Матвея по поводу того, то, что за Красаву, и он мне сказал, то, что я отыгрываю последние матчи, и потом я, скорее всего, ищу себе новый клуб, и я считаю, то, что это правильная позиция. Итак, ребят, всем привет. Со мной снова вы, с вами снова я, и сегодня мы разберем высказывание Никита о новом трансфере. Поехали. Никит ярко сказал, что это топ-футболист и топ-медийный футболист, что он хорош и в медийном футболе, и в профессиональном футболе. Соответственно, мы получаем универсала в команде. Сразу же скажу, что, скорее всего, трансфер будет топовым, потому что пацаны никогда не ошибаются с трансферами. Например, они недавно взяли Корша, и Корш сразу же оправдал их ожидания, оформив дубль в первом же матче. Ну а как вы считаете, будет ли этот трансфер хорошим? Лично я считаю, что это будет идеальный трансфер, который поможет нашей команде. Life it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new